так, девки, у меня 300 рубенов. А мне мать целую пятихатку дала. Неплохо. А у тебя что? А у меня сетка и вот. Капец, сходили на шашлыки. Если у меня жнется, то я вам добавлю. Чего ты нам добавишь? Листики, что ли? Подержи-ка. Вот. Ой, Никита! Танюх, мы с тобой в магаз. Вик, ты за мелкой смотришь. Ок. Ну что, опять пятерочку, что ли? Ну, конечно. Помимо того, что здесь еженедельные скидки до 50%, тут еще есть и товары с пометкой «Держим низкие цены». И что это значит? Это значит, что тут цены хорошие. Вот, например, газировка за 72 рубля. Ну, где ты такое найдешь? Пятерочка, как всегда, выручает. Ну что, погнали? Ага. О, а ну стоять. Куда собрались? На шашлыки, папуль. Угу. Теперь понятно, кто из мокшика 5000 сработает. Да ты что? Это не я. Она.